Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали 31-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа, подозреваемого в совершении мошенничества в отношении 76-летнего местного жителя. Схема одна из самых распространенных. Пенсионеру позвонила якобы его дочь и сообщила, что стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек, а чтобы урегулировать инцидент, нужны деньги. Это подтвердил и мужчина, который назвался полицейским. Пожилой человек выполнил требования звонивших, позднее узнал об обмане. Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и задержали подозреваемого в совершении преступления по месту временного жительства в Москве. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.